Эй, ведьмак! Милздарь, это вы Геральт из Ривии? А кто спрашивает? Большое спасибо за то, что вы сделали у замка Лавалетов. Вы спасли нашу семью. Примите этот скромный дар. Спасибо. Да хранят вас боги. Твоим услугам? Рад видеть тебя, Золтан. А что ты тут, собственно, делаешь? Долго рассказывать. Жизнь — говно. 6 лет пашешь, как вол. Слушаешь россказни старого Бригенрикса. Покупаешь кольца. А потом она рвет помолвку. Я-то дурень. Кого ты разучивал? Ну и хер с ним. Что было, то прошло. Срать я хотел на Иудору, на кузницу в Новиграде и на всех Бригенриксов на свете. Займусь лучше торговлей. Ты слышал о таком Седрике? Я слышал? Да я с ним так нажрался в ту субботу, еле до порога дополз. Где его искать? Целыми днями сидит на башне у Бендюги, смотрит в чащу. Чудную, но голова крепкая. Спасибо. Что ты делаешь в этой пырловке? Сейчас шлифую камни для Шалы де Тансервиль. Работа сложная, но платят хорошо. Ты занялся украшениями? Да где там? Чародейка что-то там конструирует. Целыми днями глядит на это дело, как сорока в стекляшке. Да видно, пока бестолку. А как-то раз до того разозлилась, что хватило вазы об стенку. Темперамент у этих чародеек, я тебе скажу, исключительный. Есть здесь какой-нибудь хороший оружейник? Около стены есть кузничка. Примитивная, старая, еще сопряжение сфер, небось, помнит. Но на мелкий ремонт там инструментов хватит. Если хочешь, можно и руны на оружие наложить, или доспехи улучшить. Только смотри, чтобы не выглядел потом как лютик на открытии нового борделя. Как твои мускулы, Золтан? Твердые, как бычьи яйца. Борьба на руках — любимая забава краснолюдов. Надо будет с тобой как-нибудь потягаться. Ха! Можно попробовать прямо сейчас. Ну, покажи свои бычьи яйца. Тебя лапища, как тиски. Мне было нелегко. Если вдруг встретишь моих старых товарищей, Ярпина или Шелдона Скакса, обязательно с ними поборись. Тут они удивятся. Как тебе, солдаты Роше? Отлично. Кажется, я узнала уже все фекальные шутки на свете. А недавно меня научили, как прорыгать официальный титул императора Нильфгарда, даже не набираясь пива. Кстати, у коротышки 16 детей. Всех их назвали в честь пехотных дивизий Тимерии. А его собственное прозвище не имеет отношения к его росту. Мне очень приятно, что ты спросил. Похоже, настроение у тебя улучшилось. Они мне и правда нравятся. Это славные люди. Один даже признавался мне в любви. И кто этот смельчак? Секрет. Я думал, ребята Роши меня хоть немного уважают. Я вспомнил погром в Ривии. Разъяренная толпа убивала нелюдей. И паренек с вилами. Больше ничего? Смерть. Или очень близкое к ней состояние.
Я чувствовал, что жизнь уходит из меня. Я была там. Через несколько минут, когда было уже слишком поздно. Не бери в голову. Это только воспоминания. Сейчас у нас есть проблемы поважнее. Что-то мне подсказывает, что, вернув память, я найду ответы на многие вопросы. В том числе и на вопрос, что здесь происходит. Что такое, Геральт? Мы добрались до Флотзема, посмотрели на убийцу короля, восстановили против себя всех, кого только можно. Что дальше? Если убийца сейчас ходит с Йорвитом, нужно достать их обоих. Если ты собираешься ловить эльфов по лесам, в лучшем случае тебя ждет смерть. Давай заглянем к Лоредо, воспользуемся его приглашением. Он, конечно, тупой педрило, но это его территория, и он может нам пригодиться. Почему Лоредо так странно к тебе относится? Он же худо-бедно комендант Темерского гарнизона. Если ты еще не заметил, синие полоски не слишком популярны в народе. Как и все, кто выполняет грязную работу. Но Лоредо все-таки солдат. В приграничные форты отправляют всякую шелупонь. Они только тем и занимаются, что выделываются перед местными вахлаками. Ты здесь, наверное, как рыба в воде. Городок в лесной глуши, постоянные атаки с Кайтаэлей. Флотзем — это не просто глушь. Смотри. Тимерия, Ридания, Кейдвен, Айдирн — все крупные королевства Севера. Знаешь, что их объединяет? Долина Понтера. Кусочек земли, за который они грызутся веками. Именно. А здесь, как видишь, у нас Флотзем. На границе Тимерии и Айдирна. А за болотами уже начинается Кейдвен. На самом краю долины Понтера. Флотзем втиснут между границами, как свеча в задницу. Здесь сходятся самые крупные торговые пути. Любой караван должен идти через Флотзем, и каждый обязан считаться с Лоредо. Говорят, Хенсельд Кейдвенский собрал армию и выступил на Верген. Уже совсем скоро долину Понтера охватит пламя. А мы с тобой, Геральт, сидим во Флотземе, который станет заветным ключиком к этой долине. Хотелось бы мне верить, что все это простое совпадение. И убийца пришел сюда только потому, что здесь укрываются Скайтаэли. Ты слишком стар, чтобы быть таким наивным, ведьмак. Бывай, Роши. Что здесь творится? Кулачные бои, брат. Порт закрыт, так скука такая, аж в заду чешется. Хочешь поучаствовать? А какие правила? Участники боев вносят долю, а победитель забирает все. Правила боев? Бей как хочешь, лишь бы противник лег. Как все сложно. Так что, братишка, будешь драться? Да. Сбежак! Такой же, как и ты, братец. Для начала пойдет. Выкладывай денежки. И как? Я готов. Пиздари, танцы начинаются. А главное, его бей. Глаза ему не смотри. Веди себя с ним почтительно. Не хотел бы я быть твоим врагом. Что, брат, будем биться дальше? Скажи только с кем. Да из жоп по прозванию Задник. Странное имя. Он все делает наизжоп, то есть задом наперед. Спит днем, сперва пьет, а потом заедает. А бабам, перед тем, как их трахнуть, велит одеться. Наизжоп. Покажи арены. И как?
Я готов. Милздари, танцы начинаются! Не пропусти слева! Эй, мастер! Что такое? Хорошего бойца издалека видать. Тебе нужна серьезная драка, а не возня с этой пьяной голытьбой. Я знаю, что говорю, уж поверь мне. И что? Я тебя не знаю. Меня называют король Зиги, потому что я всегда плачу по-королевски. Каждый вечер я стою у корчмы. Если захочешь отведать славой настоящих денег, только скажи, и я отведу тебя в правильное место. Это ж етить поэзия! Что, брат, будем биться дальше? Скажи только с кем. Я знал, что вы друг друга найдете. А кто он такой? Малыш Дода. Этот сучонок жрет мед прямо из улья. Водку хлещет за четверых. А кое-кто поговаривает, что он нахер полное ведро вешал. Лучше приготовь мне большой мешок. И как? Я готов. Милздари, танцы начинаются! Хотел бы я быть твоим врагом. Поздравляю! Ты набил морды отъявленным забиякам. Хорошая работа. Турнир окончен. Курва, подожди, пока он откроется. Лучше быть макаром. Как ты, моя дорогая? Что долго? Глянь-ка, ведьмак идет. Как думаешь? А, день добрый. Можно тебя на несколько слов? Некоторое время назад мы создали алхимическую субстанцию. Мы хотели бы испытать ее в лабораторных условиях в Изиме. И вот мы подумали, что лучшего подопытного, чем ты, нам не сыскать. Может, ты согласишься навестить нас в Изиме через год-другой, если будет время? Мы бы провели над тобой пару экспериментов. Не бесплатно, разумеется. Нас интересуют композитные эффекты этого вещества. Большего я сказать не могу. Ты согласен? Да. Превосходно! Великолепно! Быть может, тебя не затруднит вести дневник во время... Держи себя в руках. Мастер, глядите, кто к нам пришел. Великан кузнечного искусства нас не слышит. Занят. Не покладая рук, трудится. Ты как, ведьмак? Как жизнь? Хорошая у вас мастерская. Да какая тут мастерская? Но за добрые слова спасибо и от мастера, и от меня. Так чем могу помочь, а? Oh,
Так чем могу помочь, а? Глупо, просто глупо. Приветствую, белый волк. Что ты ищешь? Располагайся, будь как дома. Мы встречались? Нет, но я много о тебе слышал. Точнее, читал. В письмах из ревийской диаспоры. Рад знакомству. Мое имя Эйнар Гуссель. Я держу лавочку древностей. Кроме того, я возглавляю здешнюю общину нелюдей. Разреши взглянуть на твои книги. Пожалуйста, не торопись. Никогда бы не подумал, что продажей книг во Флотземе можно заработать. Здесь много приезжих. Кто покупает книги, кто продает. Вот вчера, к примеру, госпожа Шиала де Тансервиль купила больше, чем я обычно за год продаю. И что интересного она нашла? «De Vermis Mysteries» и «Экситерские тракты». Полное издание. А также еще одну весьма дорогую книгу, о названии которой я предпочту умолчать. Должен сказать, что госпожа Шиала необычайно щедра. Сделала значительное пожертвование в сиротский фонд. Нелюди во Флотземе живут общиной? Не вполне, но мы помогаем друг другу по мере возможности. Я, к примеру, собираю налоги и оглашаю распоряжение коменданта. Это делает тебя преступником в глазах Йорвита. Это точно. Он меня сколько раз уже предупреждал, а я столько же раз отвечал, что без этой работы нельзя. Все впустую, сытый голодного не разумеет. Он работает мечом, я пером. Нам друг друга не понять. Раньше полегче было. А потом пропали без вести несколько эльфских девушек. Мы перестали доверять людям, а белки перестали верить нам. Они нашлись, девушки? Нет. Наверное, их накеры сожрали. Я хорошо помню Морель Белорукую. У нее жених был. Прекрасная была пара.
Зачем ему два меча? Один запасной? Он их что, теряет? В некотором роде собрат по цеху. Ну вот, предчувствие меня не обмануло. Стоило заглянуть в эту дыру. Убийца Фольтеста собственной персоной. Как дела, как здоровье? Не жалуюсь. Безмерно рад. Знаешь, до Вызимы путь далекий, и я не хочу тут долго возиться. Я и так на тебе много времени потерял. Ну, счастливого пути. Что тратить время на разговоры? Слушай, шутник, живой ты стоишь больше, но если будет надо, ты и мертвым сгодишься. Что выбираешь? Ну, попробуй меня убить. Брось меч и подними руки, иначе я не ручаюсь. Подойди и попробуй меня убить. Он так просто не сдастся! И упустите его! Порядки тут у вас. Краснолюдские кузнецы отбивают хлеб у частных ремесленников. Эльфы отирают. Ведьмак Геральт по прозванию Белый Волк? Нет, я местный работяжка. Талер предупреждал, что у тебя острый язык. Тебя прислал Талер? Он самый. Мне сюда по делам нужно было съездить. Так он мне все капал на мозги, пока я не согласился передать тебе кое-что на словах и посылку в придачу. И что Талер хочет сказать? Слово в слово. Слушай, сука, во всем Роше, потому как он патриот, хоть и хер моржовый. Стервятники уже кружат над трупом Фольтеста, но я справляюсь. Достань этих пидоров и сам постарайся не сдохнуть. И этот, как его, подскриптум. В замке ты облажался. Давай сверток. Бери. Одной заботой меньше. Ну какой из меня агент? Нервы никудышные, язык за зубами держать не умею. Ну, удачи тебе. А я дальше побегу. Дела. И что Талер хочет сказать? Слово в слово. Слушай, сука, во всем Роше, потому как он патриот, хоть и хер моржовый. Стервятники уже кру... И этот, как его, подскрип... Удачи. Передавай Талеру привет. Непременно. Маманя всегда мне говорила, иди учеником к каменщику. Видел когда-нибудь речное чудовище Кейрона? Видал, только я не из болтливых. Напугался, что ли? Огромное чудище, щупальцы во все стороны. Воду молотит, что мельничное колесо. Вкруг него рыба мертвая. Видать, еще и ядовитая подлюка эта. Флот. Место, конечно, поганое, спору нет. Зато есть с кем подраться. Свободно. Руки убери. Эй, Седой, у меня к тебе предложение. Приветствую тебя, ведьмак. Я ищу одну формулу, и ты мог бы мне очень помочь.
Я не травник. Я знаю, кто ты. Что мне придется делать? У одного лавочника есть рецептик. Почему ты сам к нему не сходишь? Он торгует благовониями. Одно из них пользуется особенной популярностью. По-моему, то, что он продает, вредно. А рецепт мне нужен как доказательство. Этот мерзавец прознал о моих планах и бережет рецепт пуще ока. Но ты, ведьмак, знаешь разные способы. Посмотрю, что можно сделать. Чего тебе? Я так понял, у купцов какие-то неприятности. Ничего себе какие-то. По трактам не проехать, в лесах полно бандитов, гавань перекрыта водным монстром, а вдобавок еще и пошлины поднимают. С пошлинами я тебе не помогу, а монстром могу заняться. Чародейка тоже так говорила, а результатов никаких. Она попросила меня помочь. А кто тебе платить-то будет? Как раз это я собирался обсудить. Ха, чародейка должна была сама управиться. Мы работаем вдвоем, значит, стоим в два раза дороже. Ты, наверное, шутишь. Я никогда не шучу. Ладно, ладно. Накину я деньжат. Ни ты, ни госпожа в накладе не останетесь. Договорились. Расскажи, что ты знаешь о чудовище. Это ж ты здесь, ведьмак, чири тебя задери. Я в этом не разбираюсь. А кто может о нем что-нибудь рассказать? Может, этот, стукнутый, эльф Седрик. Он много о монстрах знает. Где его искать? В деревне, под стенами. А теперь оставь меня в покое. И правда, глаза-то кошачьи.